Всем привет! Тут возле дороги лежит находка. Кто-то выкинул смеситель. Скорее всего, это латунь и цинк. Можно забрать. На пыльной трассе я обнаружил на обочине что-то похожее на монету. И это, по-моему, турецкая монета, лира вроде, что ли. Ну, очень похоже, дома осмотрим более внимательнее. Вот еще находка, теперь только на железной дороге. Вот тут лежат два таких стареньких костыля. Это вес, забираем. Если вот так пройтись вдоль, то, я думаю, можно найти еще. Но мы пойдем дальше. Опять на железной дороге находочка. Теперь это не железо. Ну, вернее, может быть, железной монеткой. 10 тенге. 2020 года, да, точно, монета из железа, ходячка. Ребята, на мусорке нашел макулатуру и решил ее спрятать. Мы потом сюда вернемся, заберем данное вторсырье. Вот, спрятал здесь. Вот такая куча добротной макулатуры. Я только что был на мусорке. Ну, сначала показалось, что ничего не было, а потом буквально под ногами я обнаружил вот такой смеситель. Он довольно увесистый, мне нужно потереть его об камень и посмотреть, что это за металл, но надеюсь, что будет латунь. По весу мне кажется, что все-таки латунь, но сейчас посмотрим. И также нашел маленькую железку, может быть, это даже цветной металл, пока непонятно. В общем, все это дело потер. И похоже, что отдает желтизной. Так что перед нами латунька. Снова смеситель. Пополнение в копилку. Латуни. А я тут собираю находки. Под ногами лежит монетка. Это 10 тенге. Снова я тусуюсь на мусорке. Тут недавно был мусоровоз. Ну, сначала показалось, что это лежит какая-то урна. Ну, очень похоже было на урну. Оказалось, что нет. Но без находки я не остался, потому что здесь еще лежит вот такая пластиковая штука. А в ней латунные кольца. Ну, вернее, гаечки. Поэтому ее забираем. В этом ролике мы с хорошей порцией латуни. Все, я пришел на то место, где спрятал макулатуру. Вытащил ее вот. Пакеты тяжелые. Тут будет несколько килограмм. Забираем это вторсырье и продолжаем дорогу. В этом году в нашем райончике перекопали почти все улицы, которые только могли перекопать. Где-то 90% улиц. И теперь стало очень пыльно и грязно. После каждого выпавшего дождя все это превращается в месиво. Особенно неудобно ходить тем, кто
ну, передвигается пешком, как вот я. Не знаю, когда они будут делать дороги, скорее всего, в следующем году. Ну, вот раньше у нас где-то 70% дорог было более-менее ровное. Сейчас вот все переделали. Перекапывали они, потому что клали новые коммуникации. Это водяные трубы. Вот из-за этого все вспахивали. Ну, коммуникации это тоже хорошо. Теперь будет более-менее нормально. Побыстрее бы они с этим закончили. На одной из перекопанных дорог я увидел, что лежит железяка. Ну, она так вот торчала из земли, еле заметно. Я, конечно же, это дело забрал, спрятал. И теперь вот, возвращаясь на то место, заберем эту черметную находку. Будет немножечко веса. Я только что забрал нашу трубу. Вот такого она размера. Очень тяжелая. Но это из-за того, что внутри до черта земли полностью набитая. Я думаю, что так нести ее до дома будет не очень. Поэтому сейчас найду, об чё ее вытряхнуть. И в облегченном виде уже понесем домой. Но надеюсь, что вес останется. В этом ролике я находки целенаправленно не собирал. Скорее, находки сами меня нашли, потому что вот во время моей прогулки попались вот эти два смесителя. Один лежал на обочине дороги, скорее всего, он цинковый. Ну а этот смеситель лежал буквально под ногами. Он оказался латунным. Плюс еще под ногами я нашел такой кусочек цинка. И вот такие латунные гаечки. Сейчас мне нужно все это разобрать. С этого получится порция латуни и цинка. А какая, сейчас после разбора увидим. Давайте взвесим весь черный металл, который добыли за этот ролик. Сейчас вот разобрал смесители. С них тоже снял немножечко китайской нержавейки. Она также идет в черный металл, плюс два костыля и вот эта вот труба. С трубы я вытряхнул всю землю, но она все так же осталась тяжелая, так что это толстостенное железо. Все, включаю весы. Общий вес железа 3 килограмма 575 грамм. На очереди цинковый результат 250 грамм. Перед вами готовая продукция латуни. Сначала взвесим эту запчасть, самую тяжелую. Ну, сразу 640 грамм, нормально. 785. И добавляем остатки. А все вместе 840 грамм. Вот, просто шикардос. На мусорке были обнаружены два таких крупных пакета с макулатурой. Тут немножечко книжек. В основном всякие тетрадки, потом бумага А4. Конечно, я мог бы пройти мимо всего этого добра, но решил забрать. Макулатуру я не единожды сдавал, и поэтому вот собираю, чтобы сдать потом еще. У меня накопилась крупная партия. Надо будет как-то это все потом отвезти. Ну вот, по-любому, сдавая такое вторсырье, мы немножечко помогаем экологии. Срубается меньше деревьев за счет таких сдач. Это факт. Вот, конечно, пакеты были нелегкими, но я их дотащил на руках. Сейчас давайте взвесим нашу макулатуру, посмотрим, сколько тут я тащил килограмм. Мне самому интересно. Ну и что же получилось?
8 килограмм 285 грамм. Да, вес хороший. Последняя находка этого поиска. Такая вот турецкая лира, написано «Турк лирасы». Но подобную находку я уже находил как-то в поисках. Та монета была немного лучше, в лучшем состоянии. Это какая-то вся черная и царапанная. Рисунок еле как проглядывает. Вот. Друзья, пишите ваши комментарии. Если что, буду, конечно же, на них отвечать, потому что я всегда отвечаю на комментарии. Задавайте вопросы. Если, например, что-то непонятное, я все объясню на пальцах. Вот, например, в прошлом ролике некоторые недопоняли, как я инвестировал деньги в монеты. И некоторые не поверили, что эти монеты можно легко сдать в банке. Даже по более завышенной цене, чем, например, я купил ранее. У нас это все может быть и вполне осуществимо. Так что, если что-то непонятно, я все буду вам показывать и рассказывать. Главное, задавайте корректные вопросы. Ну что ж, до следующего видео. Подписывайтесь на канал. Всем пока!